Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити про ймовірність відставки мера Чорноморська. Будемо говорити з депутатом Чорноморської міської ради Іван Смиренський. З нами вітаємо вас, Іване. Добрий день. Доброго дня. Починаємо нашу розмову традиційно з відеоматеріалу. Подивимось і почнемо. Головне слідче управління Нацполіції викликає міського голову Чорноморська Валерія Хмельнюка на допит. Мера чекають в столиці 29 січня. В документі про виклик, який отримав Хмельнюк, відзначається, що його будуть допитувати в якості свідка у справі про злочин, передбачений статтею 366 «Декларування недостовірної інформації». За деякими даними, на допиті Хмельнюку оголосять про підозру. Відзначимо, що в своїх деклараціях за 16 і 17 рік Чорноморський міський голова не вказав інформацію про нерухомість, записану на його дружину та доньку, а також про елітні автомобілі, які їм належать. Нагадаємо, що раніше депутата міськради Чорноморська запропонували відправити у дострокову відставку мера Валерія Хмельнюка. Проект рішення про недовіру і дострокове припинення повноважень вніс на розгляд колег депутат Василій Бугайчук. За законом про місцеве самоврядування, міськрада може достроково припинити повноваження міського голови. Таке рішення приймається таємним голосуванням. Його повинні підтримати не менше 2/3 від загального складу міськради. Постійно порушуються строки розгляду та вирішення земельних питань. Питання розпорядження бюджетними коштами. Порушуються норми регламенту і закону України. Валерій Хмельнюк уникає обговорювання питань, які виносяться на сесії. Самоусунувся від роботи з депутатським корпусом, громадою міста і фактично делегував ці повноваження своїм заступникам. Раніше мандату позбавили головну прибічницю Хмельнюка в міськраді Ольгу Боровську. Її та ще двох депутатів від Опоблоку відкликали відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад за процедурою так званої народної ініціативи. Ну ось які справи. Начебто... Там кілька тижнів тому ми почули про те, що депутат Чорноморської міської ради почав говорити про можливе там звільнення з посади мера Чорноморська Валерія Хмельнюка, і вже в цих днях, на цьому тижні, цікавляться Хмельнюком стосовно його декларації. Якісь такі дуже події, які знаходяться у часі біля один одного, ніяк не пов'язано це? Знаете, насколько я знаю, уже два года Национальное агентство предотвращения коррупции занимается декларацией Валерия Хмельнюка. Ну, однозначно мы все понимаем, что рыбка гниет с головы, и Валерий городской голова – это топ-чиновник на уровне Одесской области. Я всегда говорил, что пока мы не искореним коррупцию на уровне топ-чиновников, начиная там с Верховной Рады, тот же принятие закона импичмента президента, наконец-то началось формирование антикоррупционного суда, который позволит по-настоящему запустить эти процессы, а не имитировать. Да? Сегодня это имитация. Однозначно надо законные процедуры, которые будут приводить к переговорам. Это однозначно. Сказать, верю ли я, что 29 число изменится, на 90% нет, потому что мы видим, как рыбку большую ловят, да, ее обезжирят там, как семгу, и отпускают. У нас явный пример с Насировым, который зарегистрировался вчера в кандидатом президента. Это просто насмешка над всеми антикоррупционными органами и судами. Человек, который восстановился против многомиллионных... А чему, чему он, вам здається, так посмехается из украинского законодательства? Его ж саме Насирова не звинувати, саме суд не визнав порушником? Чи... Это невозможно бороться с коррупцией, когда коррупцию возглавляет первое лицо в государстве. Вот, да, когда первопроцессуальное лицо, да, без юридического образования, толком не понимающее всех процессов. Как завжди в Украине у всьому винний президент. Давайте почуємо ще депутата вашого колегу Чорноморської міської ради. З нами телефоном Василь Бугайчук. Василь, вітаємо вас. Да, вітаю, студія. Ну, щодо допиту, на який викликали мера Чорноморська, це який сигнал, на ваш погляд? До головного самоуправления у Киева. Да, да, я знаю только о том, что на самом деле очень эта новость, будем таки говорить, своевременная. Почему? Потому что есть возможность действительно добиться истины, так как у мэра, ну, так говорили, да, что есть такие люди непотопляемые. Их в стране
практически осталось единицы. Вот есть Валерий Яковлевич Хмельнюк, который есть только его мнение и больше ничего. Если он считает, что он прав и он обогатился за счет бюджета, но при этом он сделал фонтаны, он сделал при этом в городе действительно очень красивую иллюминацию. Где бы я по Украине не был, я горжусь, что у меня очень много фонариков в городе. Но при этом на этих фонариках стал еще миллионером начальник ГУ ЖКХ, там господин Мыза, и многие еще такие позиции, люди разбогатели. Потому я вам хочу сказать, что ведь эти декларации, по которым его вызывают, они действительно... Это единственное, чем я могу гордиться после майданного времени, да, что хоть что-то в нашей стране, в Украине, за что люди погибли, ну, хоть что-то работает, оно в действии. И, конечно же, скорее всего, его попробуют обелетить. Я знаю, что человек очень состоятельный, много счетов у него, на счетах этих много денег, офшоры. Но, тем не менее, хоть для меня лично это вот единственная на сегодняшний момент такая реформа, да, после революции чести, где, ну, хотя бы дискомфорт какой-то махровым коррупционерам этим доставляют. Так, ну, а скажіть, той документ, який ви підготували, а саме недовіру до мера Чорноморська, ви обіцяли, що за нього всі да, проголосують? Да. Да, ну от Іван Валерійович там немножко, як говориться, там не готов, його фракція «Самопомощь», да? Но я вам хочу сказать в другом, что если бы на 25 числа, вы знаете, у нас сессия, и своевременно юридическая служба вывесила бы, на, как это по закону положено, на сайт Горсовета проект моего решения о недоверии мэру города Черноморска Хмельнюку, еще все равно не хватало бы пару дней, потому что по закону 20 дней должен отвисеться проект решения для того, чтобы я мог законно вынести этот вопрос в сессионный зал на сессию. Поэтому я не переживаю, я знаю только одно, что я последовательный, наша фракция последовательная, многие депутаты, которые там раньше, у них только при слове «Хмельнюк» уже коленки трусились, сегодня они уже не боятся мэра, они открыто заявляют о его преступлениях, умалчивают пока о своих. Многие депутаты перестали ходить на комиссии, на сессии, это те люди, которые жили за счет бюджета, ну, осваивали наш городской бюджет, да, будем так говорить. Они перестали вообще появляться в исполнении, ушел уже в отпуск, мы уже видим, многие ушли в отпуск надолго, потому что понимают, что пойдут увольнения не только мэру Недовира, да, пойдут еще увольнения махровых коррупционеров, потому они сегодня уже уходят в отпуск для того, чтобы потом судиться и как-то через суды пытаться вернуться назад. Ні, ну я давайте не будемо так далеко заглядати у майбутнє. Все, що наразі ми хочемо зрозуміти, ваші ініціативи, зокрема ця ініціатива із недовірою до мера, це, ну, потреба у резонансі чи все ж таки у результаті? Ну, подивимось, як завжди ви обіцяєте. Дуже скоро будуть результати. Ми витримуємо строки і виносимо на сесію. Іван Валерійович, надіюсь, теж проголосує. Да, так, так і буде точно. Дякуємо вас. Василь Бугачук, депутат Чорноморської міської ради, був з нами телефоном. Ну, саме про вас йшла мова в коментарях Василя Бугачука. Ви непослідовні в цьому, так? Ми зрозуміли. Стосовно мера. Василь Васильович, енергія іноді біжить впереді розсуждення правильних мислей. 3 роки назад члени «Батьківщини» проголосували за незаконне лишення мене мандата в территориальной комиссии. Поэтому ему лишь бы что лишать. Вот. На сегодняшний день, если ты идешь работать городским головой, то все, что хорошее происходит в городе, это заслуга людей. Все, что плохое происходит в городе, это ответственность мэра. И на сегодня есть достаточно много проблем в городе для того, чтобы считать, что исполнительные органы власти не совсем справляются со своей работой. Я надеюсь, что 25 числа мы дадим оценку двум заместителям городского главы. Так, ну, строительство, земля и финуправление. Щодо проекту решения, власне, Василя Бугачука. Второе. Ваше по проекту решения. Как вы будете голосовать? Мы единственная фракция, единственная партия, наверное, в стране, которая принимает решение коллегиально, фракционно. Я, как руководитель фракции, хочешь быть первым, быть последним слугой всех. Я только озвучиваю решение фракции.
Поэтому и это, вы не маете уявления, каким это решение будет. Это решение у нас нету. Мы еще не обсуждали. Потому что все на уровне интернета, слухов. Вчера решение вынесли на комиссию, да? Так глава комиссии Михаил Звеняцкий, это член фракции «Батьковщина». Он же сам и снял с рассмотрения. Понимаете? В эфире говорят одно, делают другое. Поэтому сегодня, когда будет решение в зале, мы будем говорить. Я приведу простые цифры. Я не одобряю деятельность исполнительного органа власти во многих вопросах. Но давайте говорить цифрами. За городского голову из 26 тысяч проголосовало 13. За самопомощь 3. За батьковщину 2. Поэтому мы однозначно будем спрашивать у людей. Это решение не 2-3 людей, депутатов должно быть. А это решение должно быть города. Но я не исключаю варианта голосования за досрочное прекращение полномочий городского голови. Я не Давайте чесно. Ми з вами говоримо в цій студії не вперше про Валерія Хмельнюка, і там з Василем Богойчуком ми теж говорили. І в нас з'являється таке відчуття, що незадоволення більше. Але ми чуємо вас від вас, як від депутатів, яким, ну скажімо так, не належить до його там партії, там фракції, чи там тих людей, з якими він співпрацює. Але ви нам не говорите про те, що думають люди. Чи говорили ви з ними про те, як вони саме ставляться до Валерія Хмельнюка, що вони про нього думають, про його роботу? Чи ви це будете робити завтра, сьогодні? Ну, це ж треба робити кожен день, щоб розуміти і суспільну думку. У мене є така привичка, я коли приїжджаю в якийсь город, мені цікаво, оглядуватися там, ну, на вулиці, що говорять люди об исполнительной власти, там, о мэре этого города. Аналогичную ситуацию я делаю всегда в Черноморске. Мне интересно мнение людей. Там, заходишь в магазин, садишься в такси. У людей информационный голод. Люди не понимают процессов, не понимают, кто принимает решения. Депутаты говорят, это исполнительная власть. Исполнительная власть говорит, это депутаты блокируют бюджет. Поэтому сегодня я свою миссию и задачу фракции нашей вижу в дополнительно осведомлять людей, жителей нашего города, что происходит. Рассказывать, что именно они собственники денег, они власть города, они управляют этим городом, для того, чтобы они могли сказать свое объективное мнение. Сегодня мы должны говорить об этом. Я не могу выйти на улицу и сказать, вы считаете, надо Хмельнюка досрочно доставку или не досрочно? 90% людей скажут, пусть доработают 1.5 года. Ну, Іване, ну цю довіру, власне, і повноваження вирішувати за людей, ці люди вам делегували, коли, ну там, обирали вас депутатом міської ради Чорноморської. І тут ви у вирішальний момент кажете, що ні, я залишаюсь осторонь, де ці люди, давайте законом, я буду їх зараз шукати. Мене люди делегували на представлення своїх інтересів і рішення питань. Закон говорит о том, чтобы отправить городскому голову в досрочное прекращение полномочий, в отставку, должен быть перечень необходимых документов. Это нарушение закона, как минимум. Нарушение закона у нас доказывает только суд. Если говорить с правовой точки зрения, то мы не можем отправить его в отставку. Если говорить с точки зрения, что наша фракция не поддерживает обрезание постоянного финансирования медицины, обрезание социальных вопросов так, образования. Покажите, что вы на сгоне. Мы показали, но сегодня мы голосуем за другой бюджет. Сегодня все наши правки, сегодня депутаты формируют бюджет, а не городской голова. Сегодня мы зашли в этот процесс, мы его делаем. Если вы хотите сгоряча за ночь проснуться, взять шашку и отрубить голову, этого так, не будет. Ви ж закликали там роки до того, треба брати цю шашку, тому що все. Ми взяли эту шашку, ми взяли управління. Вопрос в двух словах. Ми сьогодні взяли управління фінансами в городі, і ми зараз этот путь проходимо. Некоторые люди хотят крови, некоторые люди не хотят крови. Вопрос сбалансирования, этого вопроса, это основной вопрос. Потому что это может быть самым тяжелым и болезненным вопросом для города за всю историю этого города. А коли ви взагалі ініціювали, говорили про те, що мер неефективний, що він там 100 років вже той меру Чорноморську маленькому, ви розуміли, що якщо дійде до справи, як завжди, то ну, треба балансувати, про що ви зараз кажете? Ми не говоримо за баланс, ми исполняем, мы наняты временно на работу, неоплачиваемую людьми. Если наши избиратели и люди, которые делегировали нам эти полномочия, скажут голосовать, мы поднимем руки. Вопросов никаких, я в этом проблем не вижу. Дякуємо.
що знайшли час, і віримо вам і віримо вашій послідовності. Іван Смиренський, депутат Чорноморської міської ради, був на студії. Невелика пауза і продовжимо.